Продолжаем выпуск. Крупнейший санаторий Белокурихи с одноименным названием теперь встречает гостей новым уровнем сервиса. С 1 июня части южного корпуса по государственной классификации имеет 4 звезды. В Алтайском крае это большая редкость. Путь к успеху начался еще в 2012 году. Именно тогда руководством было принято решение провести реновацию. 5 этажей южного корпуса были реконструированы. Значительно увеличена площадь номеров. Теперь стандартам 4 звезд соответствует около 100 номеров корпуса «Южный». Это апартаменты, люкс, студия и номера первой категории. Очень много усилий было приложено для того, чтобы получить эти 4 звезды. Значит, работа была сделана большая в центральном вестибюле, было проведено озвучивание центрального вестибюля, приобретены дополнительные мягкие зоны для комфорта наших гостей. Серьезная работа проведена в службе размещения, работа одного окна, сейчас работа полностью перенастроена. Обучение прошел персонал, не только работающий на ресепшн. Работа горничных теперь тоже соответствует высокому стандарту. Все-таки 4 звезды ко многому обязывают. Детали, на которые мало кто обращает внимание. Но теперь здесь есть, например, полноценный лобби-бар. А время работы ресторана утром увеличено до 3 часов. Добавив к этому и без того высокий уровень сервиса, широкий набор медицинских услуг и домашнюю атмосферу в сочетании с лучшими традициями русского гостеприимства, вы получаете максимум от отдыха в Белокурихе. Официально в новом статусе санаторий начнет работу 1 июня. Мы получили приложение, которое вступает в действие с 1 июня. Безусловно, мы выполняли те рекомендации, которые были написаны инспектором вот при первичном, скажем, просмотре. Вот, на сегодняшний день все рекомендации выполнены в полном объеме, и мы готовы гостей встречать на 4 звезды. Смелое начало, однако и планы тоже далеко идущие. Главная задача в среднесрочной перспективе – сделать так, чтобы весь санаторий получил 4 звезды. Для этого здесь есть все – и желание, и возможности. Так что не за горами тот день, когда в Белокурихе начнут стремиться к максимуму. Ведь должен же в Алтайском крае появиться первый 5-звездочный отель. Николай Тихонов, Алексей Шаульский, новости.